Социологический опрос проходил по всем поселениям Одинцовского района. Общественникам и членам молодежного парламента хотелось знать, как обычные жители относятся к инициативе председателя палаты Захара Иванова преобразовать Одинцовский район в городской округ. Жители очень активно участвовали в этом соцопросе. И в большинстве случаев жители как бы дали положительный ответ. То есть все хотят объединиться и быть единым таким кулаком, консолидированным, чтобы наш район был на позиции первого, чтобы наши жители получили единый бюджет, который смог всем поселениям иметь равные возможности и равные бюджеты, чтобы ни пенсионеры, ни военные, ни бабушки не страдали от того, что в каком-то районе больше, в каком-то районе меньше. В большинстве своем люди отнеслись положительно к инициативе общественной палаты, понимая, как это важно для всех сегодня. Единый бюджет позволит равномерно развиваться всем поселениям района, без перекосов. Люди по-разному отреагировали на социологический опрос. В основном положительно. Они считают, что вот изменения, которые произошли, да, вот в Одинцовском районе, они наиболее положительные, то есть меньше отрицательных. Далее, они хорошо отнеслись к инициативе объединения всех поселений Одинцовского района в городскую округ. Но некоторые все же сказали, что не слышали об этом. Когда в Голицыно и Жаворонках люди отвечали в поддержку инициативы, в Барвихе жители отнеслись к ней отрицательно. Барвихинское поселение одно из самых богатых в районе. И делиться с другими территориями средствами население не хочет. В данный момент мы проводим социологический опрос в поселке Барвиха, где мы просили уже достаточно много жителей. И в основном жители против этого преобразования. Они или, ну, в основном, может быть, кто-то не знает, но в основном против, так как они говорят о том, что бюджет барвихинского поселения достаточно большой, и они не хотели бы делиться средствами со всеми остальными. Преобразовать Одинцовский район в городской округ – не новая идея, но сегодня она звучит особо актуально. Чтобы выжить в непростое экономическое время, нужно быть вместе и помогать друг другу. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».